приднестровцы возвращаются домой. Сегодня из Москвы прибыл спецрейс. На борту более 40 наших граждан. Приезд курировал оперштаб. Встретили в аэропорту и доставили до нашей границы. Каждому выдается маски, перчатки, средства, антисептик на руки, чтобы, по крайней мере, если есть подозрения, чтобы не заразили в машине других людей. При выходе с аэропорта их тоже также меряют температуру. На таможню прибыли 3 машины. По прибытии на Приднестровскую таможню все приехавшие из-за рубежа проходят обязательную схему безопасности. Шаг 1 – это тестирование на антитела. Шаг 2 – проверка документов. И шаг 3 – обязательное заполнение эпидемкарты. Быстро, оперативно и по правилам безопасности. Для всех экспресс-тест на коронавирус. Добрый день. По 2 заходите в служебное помещение сдавать кровь. После чего пограничная служба будет принимать меры к пропуску. Мы берем кровь из пальца и делаем экспресс-тестирование на наличие антител к коронавирусу. Если вдруг что-то обнаружили, что происходит? В таком случае мы отправляем человека со скорой помощью в Бендерскую городскую больницу. Инфекционный госпиталь для тех потенциальных ковид-позитивных, для остальных – двухнедельный карантин. Сказали дома сидеть, не выходить никуда. Насчет этого даже родители знают. Папа съедет, будет жить у его родителей, у бабушки с дедушкой. А мы будем с мамой и с ребенком дома. Ну, сделали так, чтобы было возможно, чтобы нам кто-то хотя бы привозил продукты, чтобы кто-то хотя бы мог выходить. 14 дней. На карантине. Никуда не выходить, ни с кем не общаться. Скажите, а дома кто ждет вас? Все. Внуки, дети, муж. Ну, как-то собираетесь вот все-таки абстрагироваться от семьи, чтобы, может быть, никого не подвергать? Да, отдельно. Будете жить отдельно? Буду жить отдельно, да. В числе московских пассажиров и наша гимнастка. Евгения учится и тренируется в Москве в училище Олимпийского резерва. Сейчас его закрыли, Женя приехала домой. Объявили карантин, границы закрыли, и я не успела немного прилететь домой, и тут выдалась возможность, и я прилетела наконец-то домой. Рада? Очень рада. Скажи, пожалуйста, но ты в курсе, что нужно соблюдать теперь карантин? Вот как будешь это делать? Да, конечно, я буду 14 дней находиться дома, никуда не буду выходить, потому что даже на лестничную площадку нельзя выходить. У всех, кто прилетел сегодня, анализ на коронавирус отрицательный.